Сегодня глава Красноярска Ильхам Акбулатов прокомментировал возможную отставку председателя горсовета Валерия Ревкуца. Напомню, президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал нынешнему спикеру сложить полномочия. Как рассказал Акбулатов, на предстоящей сессии городской совет должен рассмотреть ряд стратегически важных вопросов, связанных с бюджетом и градостроительной политикой. Однако сейчас среди депутатов сложилась сложная ситуация, которая может повлиять на эффективность решений. По мнению главы города, отставка председателя может разрешить ситуацию. Действительно, в городском совете непростая обстановка. И в этой связи именно я инициировал рассмотрение вопроса на президиуме регионального политсовета партии «Единая Россия». На сегодняшний день решение принято. И вчера я ознакомил Валерия Александровича с этим решением. Сейчас решение за ним. Я надеюсь, что рациональное возобладает над эмоциональным. Сам Валерий Ревкус до 24 августа находится в отпуске. Сегодня от комментариев он воздержался. Однако высказать свою точку зрения пообещал в ближайшие дни.